Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я буду кататься на санках. У меня санки новые. Меня будет катать папа. Давайте же начнем наше путешествие. Мы покатились, мы вышли из дома. Вот я сижу вперед. И мы пойдем кататься где-нибудь. Заодно, может быть, сходим в магазин. Ну, ужас. Там сейчас будет был? Ужас. У нас здесь детская площадка. Ужас, мы едем по снегу. Вот. В общем, ай. Да, пока. Ну, есть такие сразу, где меня папа катал. Вот такая у нас здесь детская площадка. Лавочка. А вон спортивная площадка, где можно в футбол, баскетбол играть. Ой. Ой. Вот. Собака была. Вон еще площадка, если видно вам. Дома, дома, и все время дома. Мы проедем около еще одной детской площадки. Здесь очень много снега, я не представляю. Ой-ой-ой. Вот. Вон там спортивная площадка. Ой, страшно было. Мы вышли на дорожку. Пока вышли. На дорожку пустые. Быстрее, началось наше поход. Идем быстрее. Не рони, оператор меня в снег только. Вот мы сейчас едем куда-то. Оп. Мы так катались-катались и куда-то приехали. Ой! Горка. Детский садик, наверное. Да, наверное, это детский садик. Если это детский садик, я не знаю, конечно. Вот еще одна площадка. Вау, сугроб. Вот бы меня папа здесь покатал. Ну ладно. Оператор старается меня привести куда-нибудь. Вот ход площадочку. И вот он. А, я даже не ожидала, что мы по дороге поедем. Я не увидела. Вау, тут балконы нужно. Классно, ведь вот у кого балкончик есть. Кстати, напишите комментарии, у кого есть балконы.
еще напишите, большой балкон или вообще маленький, или вообще средний. И сколько, вы считаете, туда людей поместится? Ага! Мы приехали куда-то. Возможно, в магазин. И как всегда, нет таких каких-нибудь заборчиков, где не написано что-нибудь. Везде написано. Куда сходим, интересно? Выбирайте. Так. Похоже, не сюда. Иди сюда. Сюда? Всё. Заехали в магазин, купили еды и продолжаем наше путешествие. Снега здесь много, конечно. Да, у нас есть здесь большие сугробы, есть и маленькие. Ну, не очень большие, конечно. Большие, я имею в виду, не очень большие. Уже немного потемнело. Конечно. Вот дома у нас все, очень много домов, которые кирпичные и вот такого, ну, красного цвета, как обычно. У нас таких много. Очень уже темно, конечно. А вон белый дом. Ну, не белый, а такой, как желтый или рыбный. Ага, опять в горку заехали. Вон голубой дом, мимо него проедем. Это магазин ярче. Машинами была. Ой. Видишь, вот они написаны. Ну вот, наше путешествие закончилось. Мы уже
приехали домой. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока!